Множество поколений Ордена Хранителей Мечей сменилось до той поры, пока Гордую Семерку не воскресил Кабуто во время Четвертой Мировой Войны. В один ряд с легендарным Забузой встали Джиннино Кибино по прозвищу Крушитель Шлемов, горделивый обладатель молота и топора, сражавшийся с целым отрядом ниндзя Листа. В конечном счете был запечатан Саем при помощи кисточки и свитка. Кровожадный подрывник Джинпачи Мунаши, перебивший в свое время немеренное количество людей, и Кушимару Куриарара, нанизывающий противников на меч иглу, о прошлом которых ничего не известно, на пару резвятся с армией Альянса, пока на их пути не встают Какаши и Гай, после боя с которыми и этих мечников тоже запечатывают. Среди воскресших головорезов был метатель волос Фугуки Суйказан, некогда чиновник Скрытого Тумана и обладатель известного живого меча Самихады, лишившийся этого самого меча вместе с жизнью благодаря своему подчиненному Кисаме. Как и прочих мечников, Фугуки благополучно запечатывают, пока он не нанес армии серьезных потерь. Мангетсу Хазуки в прошлом усердно тренировался с братом Суйгетсу, но ушел из жизни слишком рано. Именно он, освоивший стиль боя всеми семью мечами, призывает эти мечи, далее расправляясь с силами Альянса. Позднее Мангетсу был запечатан при неизвестных обстоятельствах. Наконец, единственная женщина в отряде Ринга Амиюри, встретившая смерть от болезни, была рада вновь проливать кровь в бессмертном теле. Однако ее удовольствию быстро пришел конец усилиями ниндзя Скрытого Облака и, в частности, Амои, который наблюдает за тем, как мечницу затягивает в болото. Когда техника воскрешения наконец рассеивается, все меченосцы обретают вечный покой, унося с собой мастерство давно ушедшего поколения мечников Скрытого Тумана.